Общими силами с подписчиками на канале и группы ВКонтакте, кстати, подписывайтесь, ссылка в описании, мы выбрали лучшего игрока прошедшего матча «Спартак ЦСКА». Отметить же в этой связи хотелось бы следующее. При выборе лучшего игрока мнения очень разделились. Слишком сложно. Еще совсем недавно тренером команды был Олег Кононов. Под его руководством это был не «Спартак». Это было какое-то сборище бесхарактерных футболистов. Ой, какой кошмар. Поражения не расстраивали. Отсутствовали и эмоции при просмотре матча. Полная апатия. А выбрать лучшего игрока матча было вдвойне сложнее. Им был либо Бакаев, либо Бакаев. Самое главное, здесь не отчаиваются. Но в один прекрасный момент и у руководства закончилось терпение. Жаль, что ждать этого пришлось ну очень уж долго. И Олег Кононов был отправлен в отставку. Где мой пиджак? Пиджак? Откуда я знаю? А кто знает? Наконец-то пришел хороший тренер. И теперь нам есть из кого выбирать лучшего игрока. Поэтому мнения и разделились. И это, я вам скажу, хороший знак. Звучит неплохо. Ну а лучшим вновь был признан Зелимхан Бакаев, который весь первый тайм терроризировал оборону команды соперника. Бакаеву здоровья, ждем его уже в ближайшем матче с Краснодаром. Но отметить все же хочется всю команду. Каждый бился за каждого. Это был единый коллектив. Именно благодаря этому мы и добились столь необходимого для нас результата. А это настроение у меня сегодня просто на взлетное. Поздравляем Зелимхана Бакаева. Ждем матча с Краснодаром и ждем, конечно же, победы. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.